написано израильским автором. Зовут его Эли Бар Яалом. Написано специально для фестиваля «Министрельник», который где-то там, не знаю, не помню, где проводился. Вот, идею мы у них содрали благополучно, и в Обнинске теперь проводится каждый год «Министрельник». Вот. Ну и песню тоже как бы поем. На что автор нам, узнав про то, что мы поем, где-то кто-то выложил видео, очень позитивно отозвался и говорит: я, девчонки, хочу, чтобы вы еще мои песни пели. Вот. Ну, пока вы уже ничего не выучили его песни. Песня называется «Муравей в смоле». Ночь темна, кабак, со двора никак, обо всей земле веков бардак. Остаемся тут хоть какой уют, все равно давно уже нигде не ждут. Но пари коней, да зарежь свиней, приведи девчонку, потанцуем с ней. Да не ту, погоди, лучше эту веди, грустную с янтарной брошью на груди, да улыбнись, убогая рассмейся, строгая пляши, легконогая, да достали, и пусть дрожит, сильнее да щемит, полинее да под тонкой шеей. Сто веков игра, а мы шулера. Может, повезет, и мир исчезнет с утра, словно в никуда пропадет нужда. Сгинут государства и города, а по миру дыруды ничего не подъем. Вопросы и пожелания. Мы рады вас услышать. На столе.